В программе «Аул Гельбисаг» в селе Камысты Жанибекского района капитально ремонтируют Дом культуры. Монтажные работы уже завершены. Обновленный центр досуга откроет свои двери в конце сентября. Это здание в поселке Камысты было построено в 60-х годах. Изначально здесь располагалась сельская школа. Капитального ремонта никогда не было. Сельчане давно просили районный акимат обновить центр досуга. В этом году деньги были выделены. Общая сумма проекта составляет 128 миллионов тенге. По программе «Аул Ельбисыгы» ведется капитальный ремонт здания сельского дома культуры. Это большая радость для местных жителей. Планируем открыть в обновленном здании дополнительные кружки и секции для детей. Сельчане с нетерпением ждут окончания ремонта. Капремонт был начат в июле месяце. Демонтажные работы уже выполнены. Устанавливаются новые окна. Планируется и благоустройство территории дома культуры. Площадь здания 3000 квадратных метров. Сейчас тут ведется внутренняя отделка. Все стены почти отштукатурены. Скоро приступим к замене полов. Работой обеспечено 20 человек из числа местного населения. Необходимо отметить, что после реконструкции здесь появится новая сцена, зрительный зал на 120 человек и кабинеты для кружков и клубов по интересам. Завершить капремонт планируют к концу сентября. Альбина Кумаргалиева, Алишер Султанов, Алтынбек Абделов, телеканал Акжаик.